препарат Боропет, по поводу кашля, откуда там у нас был еще. Помимо фортала есть очень классная трава Боропет. Сейчас я вам скажу ее госназвание по Минздраву Таиланда. Открываем у нас простуда, щитовидка, иммунитет, вот эту рубрику. И находим эти капсулы. Боропет, да, Боропет. Боропет он идет, Боропет, мы его называем Боропет. Сертификат G201-103, номер при заказе 16. Это как раз для лечения тоже, помимо гриппа, простуды и ОРВИ, но это очень хорошее средство от кашля. То есть многие туристы даже здесь пьют, как отхаркивающее средство, вот такое растение Боропет. Вот, но его надо курсом проходить. То есть если Порталай побыстрее ты там пьешь, там буквально 5-7 дней, то Боропет тоже одна капсула 260 миллиграмм, я вот вам читаю, да? Вы пьете 2-3 капсулы 3 раза в день, ну минимум надо вот... на банку добить до конца. Я так поняла, что у вас все, начиная от таблеток и до косметики. У нас, да, у нас свой бренд косметической, органической косметики и капсулы.